Мать, открой! Ты охуела? Вот эту жать нельзя. Появляется Тутанхамон и меня начинает насиловать. Вы нашли портал? Какой портал? Ты ёбу дал? Я забегаю в портал. Как у вас много тети, дяди. Ой, кошмар. А-а-а! Чё там стоишь? Эй, еблан! Он чё, ближе подходит? Ну ты и мразь. Подожди, ты что застрял? Ой-ой-ой, нет, он не застрял. Мразота. Открывай. Открывай. Ой, чьи-то ноги. Акт 4, да, темный секрет. Темная тайна. Окей. Фонарь. Вон он сидит. А, Тутанхамон. Я же не должен отвлекать маму. Это твоя мама? Это твоя мама? Я не должен отвлекать маму. Мать! Ты меня заперла в подвале. Ты чё, ёбу дала? Я вышел из подвала. Я тебе сейчас... Я жалобу напишу. Жалобу, блядь. Короче, вот этот Тутанхамон нас ждал. Я просто увидел только ноги. Ставь лайк, если хотел бы увидеть ноги Тутанхамона. Что это такое? Отключите музыку, пожалуйста. У, какая собака. Красиво. Так, нам в комнату? Там кого-нибудь мы увидим? Монстра какого-нибудь под кроватью. Вот это фотоаппарат. Это такие раньше были селфи-палки, видишь? Ой, что я несу? Какая селфи-палка? Типа вот это кольцо. Палка с кольцом. О, я куклу взял. Мусорку, ненавижу клоунов, правильно. Выкинь их все. Вот они, вы мрази. После такого я бы их тоже ненавидел. А это рыцари. Это вот эта палка с кругом светящимся, чтобы красиво снимать себя. Какие тут интересные штуки, которые нельзя взять. О, это что? Баз светик? Так, и нам, короче, вниз, я понял. Просто интересно было, что тут есть. Но тут нету... Опа, что это? Он сможет найти выход, если последует против черной тьмы. Супер. А, это я взять могу? Вторая часть, наверное, 2 из 5 за... Что? Тут еще записки надо было искать. Ну, блин. Я их вообще не искал, слушай. Я думал, что какие-то сюжетные они будут. Ну вот, достижения теперь не заработаю. Придется отдельно получать. Так, ну мать, не отвлекаем. Я должен продолжать охоту на монстра. Чего? Нужно здесь сделать ловушку для монстра. Мне понадобится колокольчик и веревка. А мать, отвлекать нельзя. Колокольчик и веревка. То есть я действительно должен был что-то тут найти? Колокольчик и веревка. Что это вообще такое? О, веревка. Веревка. Я туда не могу пробраться. Где мне взять веревку? Вот же висит веревка. А, ну вон веревка. Взять. Ой. Что это такое? Что? Кто-то! Мне кажется, я видел колокольчик в маминой комнате. Что происходит? Так, колокольчик в маминой комнате. Ага. Охоту на монстра продолжаем. Хорошо. Нам сюда. Матери нет? Ой. Что происходит? О! Она не видит нас. Отлично. Ищем колокольчик в маминой комнате. И, возможно, тут будет записка, чтобы мы получили достижение, да? Нет? Кукольный домик. Прикол. Так. Вы открыли сундук. И что там?
Сегодня ночью из психиатрической лечебницы сбежали два пациента, мужчина и женщина. Они представляются супружеской парой, входят в доверие и могут нанести вред окружающим. Будьте осторожны и не вступайте с ними в контакт. При любом подозрении звоните в местную полицию. В детстве я не понимал, почему мои родители ведут себя так странно. Теперь, кажется, я все понимаю. Опа, вот они. Стивен и Нэнси. И они, короче, ёбнулись, да? Этих людей зовут так же, как и моих родителей. Кто они? Зачем эта фотография тут спрятана? А если я к ней подойду, он меня напугает? Мама может стоять так часами. Мама! Моя мама заметила меня. Непослушный сын дали достижение. Ага. Она нас может заметить. Но я чувствую, что мы довольно близко. Я это чувствую. Так, ищем колокольчик. То есть, ну вот это все я уже могу не делать, да? Это же все мне засчитали. Это, наверное, скрипты, не знаю. Это что такое? Тут что-то из этого можно взять? Ой, как засвечивает. Опа! Чье это тело? Еще одно достижение. Таинственный труп. Вы нашли тело под кроватью. Сегодня прям ударно получается по достижениям. Достижение за достижением. Чей-то труп под кроватью. Но больше я тут ничего не вижу. А, вот колокольчик я увидел. Это колокольчик. Кстати, тоже ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вот так. Ебать, мать. Нас заметила. И как я пройду? Дядька. Помоги. Может, я отключу? Ой, она куда-то делась. Пойдем сюда. Тут что-то интересное тоже должно быть. Тут столько всего интересного спрятано. Видишь, какие красивые очки. Найдены улики. Вы осмотрели ванну вашей матери. Вот тоже мне еще дали достижение. Она косплеит Гарри Поттера. Это очки моего отца. Нет, это очки Гарри Поттера. Не ври. Я все смотрел. И все знаю. Это что такое? Что-то непонятное. Тут что-то должно быть в ванне. Покажите. Опа. Я же сказал, что-то должно быть. Но за это достижение не дали. Ну, это неинтересно. Где мои куча достижений за все подряд? Открыл дверь. Достижение. Открыл первую дверь. Спустился с лестницы. Вот тебе... О, записочка! Или нет? А, нет, целая записка. Рыцарь нашел выход, как освободить цветочные луга. Для этого ему нужно вернуться на темную землю и победить черную ведьму. И он это сделал. А, вот, четвертая записка. Так, мне нужна последняя. Пятая. Слушай, может, мы и тут все найдем? Это будет очень хорошо. Не хочу потом перепроходить. Ну, теперь нам вниз четко, да? Тут я ничего не вижу. По нём вниз. Красивая музыка, красивая. Ловушка готова. Мне нужно вернуться в свою комнату и лечь спать. Блять, нет, я вниз хочу. Скотина, он не дает мне. Ну давай ляжем спать. Все, ложимся. Ну ложимся, чё. И сколько нам ждать? Спустя 3 часа. Ну, что скрипишь? Мне уже включать надо? Нет, я не могу ничего делать. А, мы слышим, короче, мразь. Сейчас колокольчик заиграет, слушай. О, слышал? Блять! Мать пизданулась с лестницы. Ой, блять. Какой ж ты еблан, Валера. Я не знаю, его так зовут. Главного героя. Еще могу поспать? Давай. Я не хочу вставать. Там мать все. Мать свернулась калачом и полетела вниз. Я тут ни при чем. Ну, мать валяется, мать. Я должен тут ходить еще, что-то смотреть. Кто-то рычит.
А нам вниз? Все? Что происходит? Тишина. Только музыка играет и что-то шебуршится. Кто-то на барабанах играл. А, ну подожди, это вот я слышу, что заперли эту. Заперли. А, ну мать, вон там лежит. Все. Так, смотри, ищем записочку тогда. Это нельзя отключить. Тут ничего нет. Этот дурачок так и сидит тут. Кстати, вот тут его получше видно. Не так темно, хотя бы свет появился. Тут тоже записочек нет. Я еще не закончил, мне нужно заколотить проход в комнату. А, ты хочешь заколотить проход в комнату? Мы же туда еще... У тебя же ничего нет с собой, как ты ее заколоть? Я спрятал тело здесь, мне нужно заколотить проход в эту комнату. Ты что, ёбу дал? Тело он спрятал. Взял мамку, прибил. Ну, двигай. О! А, я хотел с ней убежать. Все, можем идти на выход? Портала больше здесь нет никакого. Акт 5, конец безумия. Это еще не конец. Блин, а я уж так привык по дому бегать, кстати, почему-то. Блин, ну записку, значит, мы одну не найдем, мне кажется. Акт 5, Madness Ends. Ага, так. Ох ты ж! Ебать, ты что, с ума сошла? Не оглядывайся, беги. А я смотрю назад. Иди ты в пизду. Я вот так буду идти, оглядываться постоянно. Оп, оглянулся, и что? Я вообще записку еще, отстань. Опа, оглянулся. Ой, ты, блядь, лишь бы напугать. Смерть — это твое единственное спасение, умри. Ох ты ж, еб твою мать. Заткнись свое хлебало. Вот, что это? Кофе, я кофе попью. Нельзя. Огнетушителя хлебну, тоже нельзя. Кстати, вообще нельзя, кстати, это вообще я забудь, что я сказал. А то вдруг такой, о, огнетушитель. Нет, 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 нет. Иди нахуй. Кричи, когда тебе захочется. Что происходит? Я там никого не вижу. Ну. Там, я не могу пройти. Что мне нужно? Выпустите меня, пожалуйста. Дамы, расступитесь. Расступитесь, ебаный рот. О, записка. Я избегал подземного метро, чтобы больше не сталкиваться со своими страхами. До этого для меня... Для... Фу, блять. Что такое? До этого дня мне удавалось с ними справляться. Ушли? Не ушли. И дверь не открылась. Ну и нахер я читал эту записку. Что это? Правила. О! А, я думал, это кнопка. Ну! Женщины! А, во! Все супер. Я вас буду толкать, можно? Где рука? Я вас толкнуть хочу. Adventure Ready. Окей. А, еще одна записка. Кто-то... Неизвестное меня пугало, я боялся несуществующих монстров, это было лишь мое воображение. Я не хотел верить в то, что моя мать была настоящим монстром. Окей. И что? Все? Тети двинулись, тети двинулись. Тут еще должна быть записка, да? А, теперь нам нужно поговорить. Нет? О! Так, мальчика, пропавшего 6 дней назад, нашли местные жители. Его обнаружили в заброшенной хижине за городом, рядом с парком. По словам мальчика, его похитил мужчина, переодетый клоуном, когда он был на отдыхе. Но это мы читали. После того, как меня похитил маньяк в костюме клоуна, мое сознание отделилось от реальности, и я начал погружаться в астрал. Вот этот. А он без молотка. Он без молотка. Почему, мистер клоун, вы без молотка? Вы его где-то проебали или как? Двигайся! Вот так. Я прям силой голоса кричу на них.
Мне, пожалуйста, последнюю записочку сюда положите. Я очень люблю все получать сразу. Сегодня ночью из психиатрической клинической клиники пациента, мужчина-женщина, при любом подозрении звоните в местную полицию. Хорошо. И вот они, да? Опа, что-то поменялось. Люди, изображенные на фотографии, были моими настоящими родителями. Тогда я не мог сложить это воедино, потому что был слишком мал, чтобы понять, но теперь я понимаю. И что там, кто-то стоит? Я не вижу. Я не вижу. Вон он стоит. Видишь? Вон он. Вон он. Ты рычишь, как лев. А там еще кто-то стоит. Ой, это странная тень. Вообще у вас тут все тени странные. Так, что-то тут еще у нас есть? Да не смейся, ты замахал. Мне не страшно. Вот кофейку я бы попил. Красное солнце, символ первый. Отозряет путь белому рыцарю, символ второй. Он сможет найти выход, если последует против черной тьмы, символ третий. Женщина в синем платье, символ четвертый. Шептала ему, будь сильный, мой белый рыцарь, символ пятый. Ведь впереди тебя ждет. Белый рыцарь, символ второй, не ври. Ты что за дела? Ведь впереди тебя ждет борьба за зеленые луга, символ шесть. Рыцарь нашел... Это что за кошмар? Рыцарь нашел выход, как освободить цветочные луга. Для этого ему нужно вернуться на темную землю и победить черную ведьму. Символ 7. 7. И он это сделал. Тогда солнце засветило ярко-желтым светом. Символ 8. Освободив из тьмы каждый уголок зеленой земли. Символ 9. Что? Это символы что-то означают? Ебать, вы че? Ты еще там? Во, его нету. Он не смеется, но кто-то рычит. Так. И мне по порядку нужно. По порядку нужно делать. Получается. Снежинка, крест, звезда. Короче, еще какой-то крест. А, ну символ 2, я вижу, 2, 5, ага. Сначала вот это. Как нет? А, вот. Вот это? Это что за обман? У вас какие-то, может, цифры еще есть, чтобы я понимал? Первая была, потом крест, потом звезда, потом еще, потом египетский крест. Крест. Где же я тут крест найду? Вот этот крест. Ага, потом звезда. Потом еще крест. Вон он. Ага. Дальше. Потом треугольник. Потом зачарованный знак. Зачарованных, вон там, видишь? Потом звезда и прицел. Треугольник, зачарованный, звезда и прицел. Треугольник. Как нет? Как нет? В смысле нет? Треугольник. Вон он, я вижу. Зеленые луга. Ну, конечно, нет. Она меня убила. Я правильно нажимал на треугольник? Ты чё? Ты чё, сука? Я всё правильно нажимал. Блин, а прикинь, какая-то записка была, а я её не взял просто. Я её тыкнул. Но там можно взять, а можно положить. Я просто на автомате положил, потому что не все записки можно брать. Ну, это ладно, хер с ним, это я потом просто перепройду, заберу последнюю записку, если не успел. И если не взял. Какая долгая загрузка. Так, символы что-то означают. Ну, я все правильно делал. Звезда, крест. Там не такая звезда. Там без одной палки. Вот это. Потом крест. Потом звезда. Потом крест. Ой. Ладно, вот этот крест. Вот, потом треугольник, сука. Треугольник. Почему нет? Какая ты мразь. Что не так? Я все читаю как положено. Все правильно должно быть. Так.
Не мешайтесь мне, я сейчас все соображу. Вот это, звезда, вот первая, потом крест. А, белый рыцарь, белый крест. Потом символ черной тьмы. Ага, сейчас. Красное солнце нам нужно. Все, надо было и туда читать. Красное солнце. Потом. Белый рыцарь. Это знак тамплиеров. Вот что за крест. Белый рыцарь, вот он. Сейчас пройдем. Так, третий. Черная тьма. То есть это черная звезда, вот это. Да, все нормально. Черная звезда. Потом. В синем платье. То есть синий крест. Синий крест. Вон оно, синий крест. Вот почему нам вот тот, тот... Там знак тамплиера, видишь, тоже. Вот, синий крест, есть. После этого. Будь сильным, белый рыцарь. Теперь мне нужен... вот он он. Тамплиер, сюда иди. Теперь все нормально, я пропустил, видимо. Кресты попутал. Зеленые луга. Ну, тут все понятно теперь. Луга, зачаров... Ой! Ты чё, блядь? С ума сошла? Я тут загадки разгадываю, а ты... Ну и солнце, понятно, вот это... О, тут что-то есть? Я не могу дальше пройти. Ну и ты. И что теперь? Ой! Это кто-то спит? Это что, я? Ты что, я? Или кто? Ты что, куда смотришь? Тебе грустно? Тебе нечем заняться? Вон у тебя под тобой Яшкина, кушай, пожалуйста. Это не реклама. Что мы лежим? Пробуждение, вы проснулись. Это что, конец? Походу, конец. Нет, не конец. В кабинете. Далее, до сегодня. Запланированная встреча. Доктор Питер, ты готов сегодня поговорить о своем детстве? Спрашивает меня. А это какой-то доктор? С раннего детства моя жизнь была кошмаром. После того, как моя мать пропала, я жил в приюте. Я никому не рассказывал, что произошло на самом деле. Он не Питер, он Валера. Питер. Он не Питер, он Валера. Тебе все еще снятся кошмары? Спрашивает его доктор. В приюте мои кошмары прекратились. Меня не покидала мысль, что я убил свою мать. Я всю жизнь жил с этой болью. Теперь я выяснил, что это сбежавшие психи убили моих настоящих родителей, пока я был совсем маленький и завладели нашей жизнью. Можешь переключиться уже на другую, я успел прочитать. Как ты узнал это? Спрашивает доктор. Я никак не могу ускорить процесс их разговора. Сегодня, после стольких лет, я погрузился в астрал. Я увидел все, что со мной происходило в то время. А, это мы у тебя путешествовали сейчас просто в голове? Там ты встретился с ней? И что произошло дальше? Да, интересно. Я победил ее и одолел свои страхи. И осознал, что тогда в детстве я себя спас. Окей. Интересно. Я так не думаю, говорит доктор. О, дьявол стоит. Смотри, на тень смотри. Это конец, да? Все? Сука! Не нашел записку последнюю. Вот, Александр Решетников. Да, классно. На самом деле прикольно. Мне понравилось, но тут уже, понимаешь, смесь была и метро, и дома. И вот прикольно было бы все равно как-то по дому лазить. Метро забавно, но на самом деле очень сложно, мне кажется, что-то придумать такое, чтобы вот по метро прям бегать, вот именно по вагонам. И манекены, сука, ненавижу манекенов. А так, музыка крутая, да, вообще бесспорно. Куда дверь открывается? Find yourself. Это не все. Новая тайна. Вы открыли дополнительный уровень. О, ребятки, играем дальше. Так. Свет, камера, мотор. Должна быть записка. Сука, я пришел. Я пришел забрать свою записку.
Записку я пришел забрать свою. Что это? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Funny. Смешно. Wi-Fi. Free, надеюсь, Wi-Fi или не free? Супер. Мне нужна записка. Это записочка? Это не записочка, это дом. Опа. Появился. Подожди. Вдруг тут есть записки, блядь. Мне нужны записки. Интересно, уровень-то большой? А то, смотри, придется разделять. Ой. Ой. Ой, блядь. Тихо. Глаза закрывать, кстати, надо, когда вот так вот происходит. Это прям в натуре запомнит. Что происходит? Я все пропустил. Когда вот так лопается, закрываю глаза, чтобы не повредить яблоки глазные. И что? Если кошмар преследовал тебя однажды, не думай, что в конце он тебя отпустил. Это дополнительный уровень? Серьезно? Блядь! А, это что за наебалово? Серьезно. Я думал уровень. Я думал записка меня ждет. Ну, ладно. Надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Встретимся в следующих играх. Всего. Что хочу сказать. Оказывается, достижений еще много вообще не получили. Так, записочка. Вот она. Красное солнце озаряет путь белому рыцарю. Первая записка. Ой-ой-ой, что это было? Вот посмотрели в окно. Дали еще достижение. Окей. Вот появилось, да? Вот тут, прикинь, записка. Я... Мне вбило что-то, я не взял записку. Женщина в синем платье шепнула ему: будь сильным, мой белый рыцарь, ибо впереди тебя ждет борьба за зеленые луга. Да, действительно, я ее не взял. А тут еще два я не взял. Тут, оказывается, еще две записки про клоуна. Прикинь. Оказывается, я думал, я тут все понаходил. Я привел для него друзей и приносил много игрушек и еды. Я хотел быть ему настоящим отцом. Ему не должно было быть плохо, и он был счастливым. Я все для этого делал. Другие дети неправильно себя вели, и мне пришлось их угомонить. Не понимаю, почему меня называют маньяком. Дети любят клоунов. Окей. И нам еще одна записка нужна. А вторая записочка вот тут находится. Сейчас. Возьму. Вот она. Тот мальчик, его звали Питер, был особенным. Я никогда бы его не обидел. Он был одиноким, как я. Тот человек, которого он назвал своим отцом, был монстром. Я хотел спасти его от этого мира. Вот такие дела. Вот я все делал. Так, смотри еще, что тут есть. Кажется, видео, это не важно, что мы тут видели. Опа. Зависть. Любопытный сын, вы узнали, что мать что-то скрывает. Вот так вот. Скрывает, видимо, зависть. И знаешь, где была последняя записка? Блять, последняя записка. Вот она, прикинь. Кусочек. Когда солнце засветило ярко-желтым светом, смутив из тьмы каждый уголок зеленой земли. Короче, это, я так понимаю, собирался как раз то последнее стихотворение, по которому мы выбирали манекенов. Вот так.